пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Анна. Я всех рада видеть все на канале. Сегодня у меня на распаковочке две посылочки, две матрешки. Давайте приступим. Сначала приступим вот с этой. Сейчас я все достану. Здесь у нас всего лишь три посылочки. Так, давайте. Первая посылочка была вот такая. Пакетик не в пупырку. Все. Здесь у нас находятся типсы. Типсы в таком, как бы вам сказала, камуфляжном цвете. Ближе подходит к цвету, как говорится, тела. Давайте какой-нибудь возьмем. Давайте вот двоечку возьмем. Это форма балерина. На всех типсах я смотрю, вот здесь надо будет подпиливать уголочек. Здесь я не пересчитывала и не собираюсь. Должно быть 500 штук. Здесь, значит, от 0 и до 9. Это вот двойка. Ну, знаете, двойка какая-то маленькая. Ну, я просто приложила, как бы, к своему уже несвежему маникюру. Видите, под цвет как бы кожи. Эти типсы я заказывала для отработки дизайнов, для рисовашек. Как бы решила попробовать вот такие, чтобы не покрывать уже камуфляжным цветом, чтобы там френч рисовать, какие-то такие интересные тоже дизайны, чтобы как бы вот таким цветом не покрывать, не тратить камуфляж. Так, это двойка. Я уже попробовала, это форма балерина, я так понимаю, я уже попробовала на них. Ну, знаете, что хочу сказать? Мне, сейчас я вам покажу, для меня вот такие вот формы, вот, типа миндально видные, как говорится, округленные, для меня они удобнее, чем вот такие вот. Ну, для меня удобнее, я, может быть, уже привыкла я с такими уже на таких рисовать, чем вот на таких. Но попробую, буду дальше как бы тренироваться, рисовать. Может быть, и эти понравятся. Так, следующая посылочка. Давайте вот эту возьмем поменьше. Здесь уже был пакетик в пупырку. И здесь пришли ко мне наклеечки. Вот такие вот наклеечки. Мне кажется, у меня уже такие есть. Я заказывала. Просто получается так, то, что заказываешь одного продавца, не идет. Вот. И заказываешь у другого продавца. Или бывает, знаете как, получается, заказала и забыла, что заказала такие же наклеечки. Вот. Я сейчас заказываю, ну, почти множество по две штучки. Такие интересные хлопушки. Хлопок. Вот, следующие. Вот такие. На картинке, как бы на фотографию продавца смотрелись классно. Если вот так вот посмотреть, у каждой наклеечки есть обводка. Вот она прозрачная. Значит, как говорится, каким размером она будет. Тоже две штучки. Вот такие вот две штучки. Белый плохо видно. Что тут белый? Ну, вот такие. Еще не знаю, как бы никому не делала эти наклеечки. Давайте смотреть следующую. Так, следующее. У нас пакетик. Достану пакетик тоже в пупырку. Подарочков никаких нету. И давайте смотреть, что здесь у нас. Давайте по одной будем смотреть. Вот такие вот наклеечки. Такие вот, ну, маленькие, я бы сказала, не сильно небольшие. Вот здесь с белым, здесь сверху черный, здесь снизу белый. Вот такую я одну заказала. Следующую. Вот такой тоже одна.
Ну и тут пошли по две. Вот эти мне понравились, вот эти переливы. Это вообще что-то с чем-то. Две одинаковых. В реале вообще эти переливы такие классные. Надеюсь, на видео тоже будет видно вот этот вот перелив. Классный. На осень, мне кажется, пойдут самое то. Следующие. Вот такие тоже осенние. Классные. Скажите же, классные вообще переливы. Это вообще балдежные. Тоже две штучки. Следующие вот такие листики кленовые. Тут вообще классные. Ну, скажите же, вообще балдежные переливы. Тоже две штучки. Следующие. Вот, как раз у меня получается. Здесь нет. Нет, 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 не такие. Вот эти две штучки. Такие зимние веточки. Прям мне понравились вот эти вот. Две штучки. Вот. Такие же. Вот здесь. Только здесь они пришли без пакетиков. В одном пакетике. А здесь каждый вот в пакетике. Такие же. И вот хлопушек. Тоже. Видите? То же самое. Вот хлопушек. Ну, надолго хватит вот этих теперь. Следующие. Следующие вот такие цветочные. Вот эти вот фольгированные какие-то. Вот, я бы сказала, вообще классные. Обалденные. Тоже две штучки. Следующие вот такие. Тоже две штучки. На момент съемки видео хочу сказать, вот эти я уже попробовала. Вот на этом, вот видите, нету. Не удержались, мы с клиенткой сделали маникюрчик. Кстати, вот представляете, какие переливы в реале на ноготочках смотрится классно, кстати. Фото не передает всего. Так, и последнее с этого. Вот такие вот цветочки. Плохо, конечно, видно на фото и на видео, что это какие-то цветочки. Но, может быть, увидеть вот здесь вот розы. Тоже какая-то напоминает то ли розы, то ли не роза. Вот здесь вот розы. Тоже две штучки. Такая куча наклеечек. Это вот именно наклейки. Первая матрешка у нас закончилась. Давайте приступим ко второй матрешке. Сейчас я все туда достану. Естественно, подарочков здесь не было в этой матрешке. В этой матрешке раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть посылочек. Давайте приступим. Пакетик в пупырку. Вот так еще все в пупырку замотано. Это вот такой вот гель-лак 7 мл. Пузыречек стеклом. Сзади ничего нету. Вот такой. Сейчас посмотрим цвет. Ну, это вот, знаете, я заказала такой вот, как есть, втирка, призма. Вот этот тоже с такой же. Просто, блин, на видео не видно вот этого вот перелива, вот этого. Ну, пузыречек, как бы сказала. Не совсем ты полный. Вот. Вот чуть-чуть улавливает, чуть-чуть вот улавливает. Камера вот прям чуть-чуть улавливает этот эффект. Заказала вот этот вот розовый. Ну, как бы он розово-сиреневый какой-то цвет. Ну, красивый. Так, сейчас вам как же... Давайте мы займем вот здесь. Посмотрите, я просто лампу не взяла для съемки. Рядышком. Вот такой вот он цвет. Цвет, конечно, красивый. В реале это вообще бомба. Я теперь захотела... Они как-то были популярны, вот эти гель-лаки. Я теперь захотела такой гель-лак серебряный.
Ну, блин, ну не видно переливов. И расфокус не видно. Хотела показать. Ну, не передает, короче говоря. Но он как призма. Вот номерок. Вот она фирма. Так, давайте следующее, что у нас здесь. Пакетик был в пупырку. У меня там кот домой просится, через окошко прям скребышит. Вот. Были в пакетике. Здесь вот такие черно-белые наклеечки. Это наклеечки, тут окошечки, черепа. Конечно, странные черепа, но я заказывала чисто, вот как многие уже знают, что я люблю розы. И за роз я заказывала. Ну и кошаки, конечно, мимишные. Типа аньяни, или как там называется, черно-белое. Две штучки таких. Следующие вот такие. Такие у меня уже были в распаковке. Я решила заказать еще две штучки. Ну, очень они мне понравились. Вот эти вот вообще бомбезные. Да, классные вообще. Снежинки-то... Они и в Африке снежинки, но птицы это вообще что-то с чем-то. Это такие классные, яркие, обалденные. Я уже делала маникюрчик с такими наклеечками. Мне понравилось. Делала мне себе. Тоже по две штучки. Так, следующее, что у нас здесь. Следующее уже у нас слайдеры. Слайдеры на водной основе идут. Это вот такие вот. Зимняя. Вот здесь тематика. Я бы сказала, больше зимняя. Тоже две штучки. Я их потом разрежу и вставлю в альбомчик. Вот такие. Вот здесь, вот в этом слайдере, мне понравились вот эти... Кто он? Санта-Клаус или Дед Мороз? Вот он. Вот мне вот эти вот понравились. Тоже две штучки. И следующее. Вот в этом мне наборе. Это идет прям комплектом. Четыре штучки. Есть по отдельности. По одной продается. Есть полностью, где там 12 штук, что ли. Я брала вот по 4 штучки. Здесь мне понравились, естественно, опять птички. И все. Вот на этой мне только понравились птички. Ну, решила взять так. Так, это вот уже слайдеры. Так, давайте следующее. Следующее, что-то у меня тут такое тоненькое. Ой, это было вот так вот в пакетике. Просто достала. Пакетик обратно мне нужен выкинуть. Здесь слайдеры. Вот эти слайдеры я вообще не заказывала. Вообще, девочки, продавец перепутал. Но они стоили 22 рубля, вот этот вот. 4 штучки, извиняюсь. Не знаю, буду открывать спор, не буду открывать спор. Но вот эти мне не понравились. Я заказывала, там были арбузики, вишенки с паутинкой. Тут, конечно, слайдер вообще огонь, классный. Так, давайте следующее. Такая большая прям. Здесь было две фрезы. Здесь две фрезы у нас. Это вот такая елочка. Заказывала ее, чтобы выпиливать здесь вот под ноготочком. И чтобы выпиливать вот... Вот здесь, когда наращиваешь шокол-кутикулу, проходиться. Брала по отзывам на Ютубе. Девочки, да, я смотрю вас, но комментарий не оставляю. Как это, как снотворное, засыпаешь под видео. Что мне еще не понравилось, вот я сейчас разглядела вот в этой фрезе. Вот так фокус. Смотрите, что там такое? Что вот это такое вот здесь вот? Вот. Клей, не клей какой-то. Потом посмотрю.
И вот так, тут если вам информация что-то о чем-то даст, я вам покажу. И вот такая фреза. Но эта фреза такая малютка. Я-то думала, она будет больше. Смотрите, какая она мизерная. Ну, не знаю, попробую, буду использовать или нет. Попробую. Фрезы были недорогие. Вот и покупала. Так, следующее, что у нас тут. Пакетик был не в пупырку. И здесь у нас... Здесь у нас слайдеры опять. Водные слайдеры. Харнаута, как они правильно там называются, брала вот эти по 3 штучки. На фото были классные, но я вот эти брала чисто вот из-за надписи. Мне надписи понравились. 3 штучки. Каждая в индивидуальном пакетике. Вот эти вот сердечки. Хотя можно было также паутинку липануть и стемпингом. Вот. Сделать красным лаком сердечки. Но они были недорогие, я и взяла. Следующее тоже у меня 2 набора. 2 совершенно одинаковых набора. В наборе 12 слайдеров. Ну, сейчас я вам скажу, как бы вот эти вот популярностью не пользуются, которые полностью на ноготочек. У меня вообще не пользуются. Но я заказывала вот эти комплекты чисто не вот из-за этих, которые полностью на ноготочек. Конечно, вот здесь вот они как бы акварелью, такое ощущение, как будто нарисовано. Вот. Хотя можно элементы вырезать, как бы, и на ноготочек сажать. Вот. Смотрите, пальчик ноготочком закрываю. Я брала чисто вот и вот из-за этих отдельных. Вот из-за этих. Тоже как бы интересные, отдельные. Но больше всего мне понравилось здесь вот эти. Вот эти вообще, да, конечно, шикарные. Вот эти тоже цветы классные. Ну, это на любителя, как бы скажем. Вот это тоже как бы тоже на любителя. И вот этот мне понравился. Чисто заказывала вот из-за этих. То, что можно как бы в бок вот это вот пополам ноготочек разделить. Вот это вот как бы посадить. Мне кажется, красиво будет. И вот здесь вот надписи тоже. Так интересно. А набор второй такой же открывать не буду. То же самое. И давайте посмотрим последнее. Вот такая вот большая. Пакетик был не в пупырку. Ну и давайте приступим, посмотрим. Здесь у нас идут тоже вот эти вот по 2, смотрю. Вам видно, не видно вот эти вот листики здесь белые, там черные. Тут вот тоже листочки белые. Тоже интересно такие. О, 2 штучки. Так, следующее. Следующие тут снежинки, белые и черные. Такие вот названия фирмы. Здесь показано, как это все делать. Сажается на ноготочек. Ну, все уже знают, 3D. Вот они. 2 одинаковых. Туда улетела наклеечка, туда листик. Вот. Следующее тоже такая зимняя. Здесь и снежинки. Вот, надеюсь, видно вот здесь. Вот так вот снежинки мелкие-мелкие тут. Тоже интересные такие наклеечки. Брала, потому что были как бы, ну, я бы сказала, не очень-то и дорогие. И плюс купон продавца. Плюс купон AliExpress воспользовалась. Ну, обошлись они мне... Прилично, как бы, не дорого, не дешево. Вот. Я считаю то, что когда есть акции, почему бы не взять, когда делают продавцы или AliExpress там скидки, почему бы не взять.
чем потом втридорога покупать. Вот здесь со снежинками. Классно, да? Тоже две штучки. Так, следующее. Ну, и сколько я со снежинками понабрала? Тоже со снежинками. У меня большинство пользуются спросом. Это наклейки и слайдеры. Стемпинг, как бы, средние рисовашки вообще. Можно сказать, не просится, потому что я их включила в прайс. Отдельно надо платить за рисовашки. Ну, кто-то, с кем-то я и рисую. Смотрите, классно. Классные тоже вот эти вот полосочки черные, а снежинки сами белые. Тоже две штучки. Ну что, вот такое вот богатство ко мне пришло. Наклеечек. Ну, тут, конечно, наклеечек. Вот посмотрите, сколько много. Классно. Классно, классно, классно. Причем эти наклеечки дошли до меня очень быстро. Слайдеры тоже дошли очень быстро. Как бы посылочки вот эти вот дошли до меня вообще моментально. Заказывала после этих посылочек, никак не дойдут. А эти прям... Ой, наоборот, до этих заказывала, никак не дойдут. А эти вот дошли моментально. Классные. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ждите моих дальнейших видосиков. Всем до скорых моих видосиков. Всем пока-пока.